Всем привет! Сегодня я вам расскажу о японском автомобиле, название его Leaf. Поехали! Японский автоконцерн в 2018 году приступает к выпуску второго поколения электромобиля Leaf. Он будет укомплектован литий-ионной батареей емкостью 60 кВт-час, экономичным электродвигателем новой разработки. Электромобиль сможет преодолевать практически на одной зарядке до 320 км. Запас ЭКБ на 80% за счет зарядки на станции можно будет пополнить за 30 минут. Этот электромобиль будет отличаться футуристическим дизайном, располагать эргономичным и высококомфортабельным салоном с большим количеством различных систем, таких как автономное движение, несколько режимов движения по экономичности. Вес автомобиля снизится по сравнению с предыдущим поколением на 90 кг, а стоимость электромобиля составит 37 тысяч долларов. На сегодня все. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о самой большой площадке для съемок фильма. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!